такое для нее слово «веды»? Потому что, знаете, как иногда у людей такое понимание, что если человек начинает идти путем изучения, например, йоги, то это означает, что пройдет 2-3 месяца, он отречется от семьи, забудет мать родную, продаст машину, пожертвует машину в секту, значит, квартиру в секту пожертвует, и пойдет, возьмет котомку и в Гималайи. Вот, то есть, какая такая перспектива, кому понравится. То есть, если сказать, что, мам, если ты об этом, то я не эти веды изучаю, да? Спросите, что еще, то есть, что маму пугает. И потом я бы посоветовала маме поговорить с куратором, чтобы мама все свои вопросы могла озвучить, чтобы ее можно было услышать, потому что если в доме будет скандал из-за того, что вы здесь обучаетесь, ничему хорошему вы не научитесь. Потому что вы напряжете семью до такой степени, знаете, как высоковольтная линия электропередач. Поэтому я вам рекомендую сначала поговорить с мамой, постараться как-то ее услышать, постараться ее понять, ее опасения, потому что это страх. И потом, если она вас не благословит, налаживайте дальше с ней отношения, общайтесь и поступайте на следующий курс. Так обучаться не надо. Это касается всех. То есть мы с вами не напрягаем семью, мы с вами привносим умиротворение в семью. Если мы с вами не способны поговорить с мамой так, чтобы мама вас услышала, значит, вам нужно этому учиться. Конечно, это очень хорошо здесь этому обучаться, но если мама сейчас против, лучше, знаете как, иногда отступить, а потом наверстать, чем напрягать.